Мухтарминское водохранилище превращается в зону экологического бедствия, считают жители района Алтай Восточно-Казахстанской области. Сельчане пытаются убедить экологов, что в водоем сбрасываются стоки очистных сооружений. Предположительно, сточную трубу на дне Бухтармы уже обнаружили водолазы. Экоситуацию глубже изучал Вячеслав Ветлугин. Они открывают этот кран, и все нечистоты выливаются сюда. Конец июля этого года. Пляж на Бухтарминском водохранилище непривычно пуст. Местные жители уверяют нашу съемочную группу, что вода вдруг стала опасной. В прошлом году ко мне приехали гости с Калининграда. Детки полезли купаться. Через два дня у них гнойники на глазах вылезли, конъюнктивит, собрались, уехали. И больше сказали, мы сюда не вернемся. Местные жители решили бороться за водоем. Написали коллективную жалобу в региональный департамент экологии. В районном отделе полиции по факту возможного загрязнения водоема даже возбудили уголовное дело. Однако виновных экологическая экспертиза не определила. Воду признали чистой. И расследование, понятное дело, приостановили. Было начато досудебное расследование по статье 324 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В рамках досудебного расследования были получены заключения о том, что превышение норм загрязнения воды не имеется, нормативы бросов не нарушены. Местные жители такому повороту дела очень удивились и решили, что больше все-таки верят глазам своим, а не результатам анализов. Да и игнорировать остатки человеческих отходов жизнедеятельности в воде сложно. А потому решили скинуться деньгами и заказать повторный анализ воды, но уже в частной лаборатории. Для этого наняли водолазов. Чтобы замер был справедливый, замеры делали на глубине озера и на его поверхности. И тут начинается самое интересное. Со дна эти же водолазы взяли пробу. Вот этот результат этой пробы, как я уже говорил, 70 тысяч единиц превышения при норме в 5 тысяч единиц. То есть получается, что огромное количество фекалий, которые глисты, паразиты, всякие другие бактерии. Вот эти результаты, и они шокируют. Но больше всего удивляет другое. Такая разница между итогами работы лаборатории частной и коммерческой. Теперь и тех, и других проверяет областная прокуратура. А следователи детально изучают работоспособность очистных сооружений поселка. Наше ведомство неоднократно брало пробы. Все они чистые. Производятся следственные действия относительно работоспособности очистных сооружений. Будут запрашиваться сведения о расходе электроэнергии, расходе хлора, наличие илов на площадках. Это та косвенная информация, которая будет подтверждать работоспособность очистных сооружений. После этого работниками прокуратуры будут предприниматься дальнейшие действия по привлечению к ответственности, взысканию ущерба. Если очистные сооружения признают аварийными и экологический вред от их деятельности будет доказан, собственникам объекта придется отвечать перед законом и возмещать материальный ущерб в доход государства. Кстати, известно, что очистные сооружения принадлежат частной базе отдыха. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.